коротко сказать, что хвала и прославление. Искам на кратко да кажа, че хвалата и прославлението. Это не то, что мы поем. Това не е само това, което пеем. Более точно, это не только то, что мы поем. И по-точно не е само това, което пеем. И не только тогда, когда мы прославляем Бога и своими. И не само когато прославяме Бога с устите си. Может быть, кому-то сложно войти в прославление. И может быть, на някого му е сложно да влезе в това прославление в църквата. Именно по этой причине. Точно по тази причина. Потому что хвала. Защото хвалата. Это образ твоей жизни. Това е образ на твой живот. Образ твоих действий. Образ на твоите действия. Это то, с чем ты просыпаешься. Това е това, с което си събуждаш. И с чем ты засыпаешь. И с което заспиваш. С каким именем ты просыпаешься. Какво име си събуждаш. С каким именем ты засыпаешь. И с какво име заспиваш. Это является твоим Богом. Това се явява твой Бог. Знаете, было время, когда я засыпал с именем моей любимой Наташи. Имаше време, когато заспивах с името на любимата ми Наташа. Я просыпался когда, и думал о ней. И когато се събуждах, аз си мислих за нея. Потому что мы находились в состоянии такой влюбленности. Защото се намирахме в състояние на влюбеност. И это продолжалось какие-то годы. И това продолжаваше с години. Но вы знаете, с годами это можно утерять. Обаче с години може това нещо да се загуби. Мы уже 28 лет вместе. Вече сме заедно 28 години. Я признаю, что не всегда я просыпаюсь с именем Наталья, но в своих устах. Я признаю, что не винаги се събуждам с името Наталия на устата си. Был период, когда я просыпался с именем Иисуса на своих устах. Имаше время, когато се събуждаш с името Иисус. Был период, когда я засыпал с именем Иисуса на устах. Имаше период, когато заспивах с името Иисус. Было такое время. Имах това време. Это правда. Това е истина. Это было состояние моей первой любви к Иисусу Христу. Това беше състоянието на първата ми любов към Иисус. Но вы знаете, и это время прошло. Обаче и това време мина. Для меня. Я сегодня себя обличаю. Днес се обличавам. Дух Святой меня обличает. Святия Дух ме обличава. Я прошу у Господа. Я моля за прошка. Господи, верни мне эту первую любовь. Моля Господа ми върни тази първа любов. Я хочу просыпаться с Твоим именем. Искам да се събуждам с Твоето име. И хочу засыпать своим именем. Искам да заспивам с Твоето име. Я хочу засыпать с именем своей жены любимой. Искам да заспивам с името на любимата ми жена. Я хочу просыпаться с именем своей жены. Искам да се събуждам с името на любимата ми жена. И вы знаете, сегодня ночью со мной это произошло. И през нощта това нещо се случи с мен. И для меня это большая радость. И днес е голяма радост за мен. Знаете, я сегодня просто вышел, когда я готовился к проповеди. Когато се готвих за проповед. Вышел из пространства и времени. Аз излязох извън пространството и времето. Я этого не хотел. Не съм го искал. Так получилось. Така си получи. Я, как всегда, готовился к проповеди. И както винаги се готвих за проповед. У меня были какие-то мысли. Имах някакви мисли. И потом Бог дал откровение. И след това Бог ми даде откровение. И откровение было настолько ошеломляющим. И откровението беше толкова силно. Что когда я очнулся. Че когато се събудих. Я дописывал проповедь. Записах си проповедта. И потом подумал, что сейчас стану там. Немножко я приоткрыл посудомойку. И след това аз отворих съдомиялнята. Чтобы посуда просохла. За да изсъхнат съдовете. И выложу посуду, чтобы помочь своей жене. И изкарах съдовете, за да помогна на жена си. Подошел и начал выкладывать посуду. Тръгнах да вадя съдовете. Потом посмотрел на часы, думаю, сколько еще времени. След това погледнах часовника и си помислих колко време остава. А там было без 10:05 утра. И там беше без 10:05 сутринта. Я был ошеломлен. И аз бях много учуден. Как 5 часов пролетело так быстро. Как 5 часа са минали толкова бързо. Я вообще ничего не понял. Нищо не разбрах. Они прошли как 30 минут. Те минаха като 30 минути. И знаете, Бог мне через это что-то напомнил. И Бог через това ми напомни за нещо. Ну что Бог, Он вне времени. Че Бог е извън времето. Он Бог е Отец Вечности. Той е Отец на вечността. Знаешь, когда ты входишь в состояние откровения. И когато влизаш в състоянието на откровение. Время для тебя теряет всякое значение. Времето губи всякакъв смисъл за теб. И знаете, Бог мне так интересно показал. И Бог ми показва много интересно я просто, нещо. Ну, может быть, это мое воображение. Пусть, может пусть быть, будет так. Воображението ми. Представьте себе небеса. Представете си небесата. Золотой Иерусалим. Златния Иерусалим. И вот вы идете по улицам золотым. И вы вървите по златните улици. Смотрите вниз на золотую улицу. Гледате долу златната улица. И золото настолько чистое. И златото е толкова чисто. Что вы видите в нем свое отражение. Че си виждате отражението в него. И там в небесном царстве. И там в небесното царство. Так написано, я ничего не придумываю. Така пиши. Там не будет ночи. Там няма да има нощ. Там не будет солнца. Няма да има слънце. Потому что лицо Иисуса Христа оно будет светить как
тысячи солнц. За что лицето на Иисус ще свети като хиляди слънца. Будет так светло. Ще е толкова светло. Глаза наши будут по-другому устроены. И очите ни ще са устроени по друг начин. Они не будут предназначены для тьмы. Те няма да са предназначени за тъмнината. А только для света. А само за светлината. Я хочу сказать даже так, что мы даже там моргать не будем. Ние даже няма да мигаме там. Потому что наши глаза будут совершенными. Защото очите ни ще са съвършени. И вот вы идете по Золотому Иерусалиму. И ще вървите по Златния Иерусалим. Заходите в какой-то коридор. Ще влезете в някакъв коридор. И, ну, я так верю. Така вярвам. Видите, там один лекционный зал. Ще видите някаква зала. И там пишете лектор. И там се пише лектор. Ну, ангел в какой-то степени. Ангели до някаква степен. Геннадий Ни. Геннадий Ни. Простите меня за мою скромность. Простите ми моята скромност. Ну, я так верю. Аз така вярвам. Я имею право так верить, имам. Потому что Авраам поверил, и это вменилось ему в праведность. Потому что Авраам поверил, и това се случило. И вы входите в этот лекционный зал. И влизате в тази лекционна зала. Садитесь на свое место. Върху, сядете на мястото си. И узнаете, что проповедь будет продолжаться. И се оказва, че проповедта ще продължава. Примерно. Примерно. Около 10 тысяч световых лет. Около 10 хиляди светови години. И при этом, ну, знаете, там будет все по-другому. И при том, там все будет по-различно. Вы просто сядете. Просто что седните. И будет поток информации. И что има някакъв поток на информации. Например, буду давать какие-то определенные сверхъестественные знания. Примерно, что дам вам някакви сверхъестественные знания. Для ангелов более низкого уровня, служебных ангелов. Ангелите, които са на по-низко ниво. И время будет лететь просто вот так. И времето ще лети като мощен поток. И вы будете смотреть на меня вот так, вот такими глазами, не моргая. И видите, мы глядите с такими очи, без да мигате. И никто не будет спать на проповедь. И никой няма да спи на проповедь. 10 тысяч световых лет. 10 хиляди световни години. Вот это мечта, правда? И твоя мечта, нали? Аминь, скажите. Такая вера у меня. Ну, это то, что мне сегодня ночью пришло тоже. Такая вера, он твоя медуля днес през нощта. Тема моей проповеди сегодня. И темата на моята проповедь днес. Невероятное откровение. И одно невероятное откровение. Ну, может быть, только для меня. Может быть, само за мен. Сегодня оцените для себя. Ще оцените ви и днес. Три святых помазания Нового Завета. Три святи помазания на Новия Завет. Я хочу закончить прошлую проповедь. Аз искам да довърша предната си проповедь. В качестве вступления. Като започна с нея. Кто-нибудь помнит название проповеди прошлой? Някой сеща ли се, как се казваше? Да, кому доверять, как Иуде, или доверять, как Иоанну, да? Дали се доверяваме като на Иуда, или като на Иоанна. Если вы это помните, значит, что-то осело. Это я очень рад. И ако си спомните, значит, е улегнала. Слава Богу. И много се радвам. Когда что-то откладывается. Когато нещо се отлага. Значит, семя положено в плодотворную значит, почву. Семето е положено в добра в свое время оно принесет плод. И по свое время ще донесе плод. Было мало времени, хотя я проповедовал долго. Имаше малко време, въпреки че проповядах долго. Но чтобы отдать такую тему, ну, одного часа не хватило, обаче, к сожалению. Обаче, за да ви дам тази тема, един час няма да стигне. И я немножко в конце так закруглил. И накрая малко такая завърших. Потому что у нас была еще трапеза Господня. Защото имахме и трапеза. А последняя мысль была такая. И последняя ми мисъл беше следната. Чем закончилось доверие к Иуде? Как приключи доверието към Юда? И чем завершилось доверие Иисуса Христа к Иоанну Богослову? И как приключи доверието на Иисус Христос към Йоан Богослов? То есть, подводя итог, я так скажу. То есть, като си правим изводи. Иисус Христос доверил. Иисус Христос не доверява. Церковную казну Иуде. Церковната казна на Юда. И это было доверие. И това беше доверие. То есть Иисус доверял Иуде. То есть Иисус се доверявал на Юда. Но разница в доверии Иоанну. Обаче разликата в доверието към Иоанн. В том, что Иоанн был доверительным лицом Иисуса Христа. И там, че Иоанн било доверително лице на Иисус Христос. Помним, да? Он лежал на груди у самого Господа Иисуса Христа. То есть, возлежал върху гърдите на самия Иисус Христос. У него была такая детская непосредственность. И имал такова детская непосредственность. Он был самым юным из апостолов. Той бил най-младия от апостолите. Ему было примерно 15-16 лет. Был някъде 15-16 годишен.
И другие апостолы спрашивали, спроси у него, спроси у Иисуса Христа. Другие апостолы, гурульчик или допитый Иисус. Но чем закончилось доверие к Иуде? Бачи, как приключить доверие к Иуде? Вы знаете, напоследок, я прочитал это место, Иисус Христос тоже доверил. Напоследок прочитал, что Иисус Христос доверил. Последнюю миссию Иуды. Последняя миссия на Иуда. И он сказал ему такие слова. Ему и сказал следните думи. То, что ты замыслил. Това, което си замислил. Делай скорее. Го прави по-скоро. Помните, да? Вспомните себе. А что Иуда замыслил? Какво се измислил Иуда? Иуда замыслил предать и продать Иисуса Иуда Христа. Иуда искал да продаде и да продаде Иисус Христос. За хорошие деньги. За добри пари. Так закончилось доверие к Иуде. И така приключи доверието към Иуда. То есть, знаете, примерно тот же самый духовный принцип написан. Същия духовен принцип пише. Праведный да творит правду еще. Че праведнее, нека прави още правда. Нечестивый да творит еще свою неправду. Нечестивите нека си творят неправдата. Святой да освящается еще. Святие нека се освещава още повече. То есть Бог не против того, что мы делаем какие-то грехи сознательно. Бог не против да вършим някакви грехове сознательно. Кто-то хорошо сказал. Някой добре е казал. Мухоморы есть можно. Че, мухоморы. Отровные гыби. Отровные гыби может да се едат. Но умрешь. Обаче ще починешь. 100% умрешь. 100%. Если наешься мухоморов. Ако ги изедеш. А так кушать-то мухоморы можно. Ама можешь да ги едеш. Поэтому Бог ничего не запрещает. Затова Бог ничто не забранява. Он просто предупреждает о том, бачи, что просто предупреждава, можно упасть и можно даже отпасть. Да паднешь, можно даже и да отпаднешь. Чем закончилось доверие к Иоанну Богослову? И как приключить доверие к Иоанн Богослов? Последние слова, которые сказал Иисус Христос Иоанну. Последние думи, които каза Иисус Христос на Иоанн. Все матерь твоя. Твоя майка ти. Посмотрите, Иисус Христос свою маму, Иисус мать, Христос, своя майка, доверяет Иоанну. Я доверяла на Иоанн. Как вам такой уровень доверия? Как ви се струва това ниво на доверие? Доверили бы вы кому-нибудь, ну, свою маму? Бихте ли доверили на някого майка си? Ну, там, брату Андрею, да. На брат Андрей, например. Или Людмиле. Или на Людмила. Вот, Людмила, я хочу, чтобы моя мама жила с тобой. Ну, Людмила, искам вот, майками да живей. У меня к тебе такое доверие, расположение. Имам такого доверия. Это очень высокий уровень доверия, правда? Това е много високо ниво на доверие, нали? Ну, кому еще? И вы знаете, с того момента написано так, и вот он в Евангелии от Иоанна. Такая пише. Матерь Господа жила че при Иоанне. На Господ е живяла с Иоанн. Матери Марии. Вопреки че майка Мария. Были другие сыновья. Тя си имала други сыновья. Об этом говорит Евангелие. Така пише Евангелието. А ответственность за нее взял. Обаче отговорността за нея. Апостол Иоанн. Пое Иоанн. Аминь или не аминь? Удивительно, правда? Будучи юношей, совершенно, ну, 16 лет забрать к себе под полную ответственность Матерь Господа. Который бил все очень много младому умче. Для меня это очень сильное откровение. И това за меня много сильное откровение. Потому что для меня, ну как, Матерь Господа это как прообраз церкви. Защото майката на Господа е като прообраз на църквата. Кому сегодня Иисус Христос доверяет свою церковь? На кого Иисус Христос может довери църквата си? Не здание. Не сградата. Людей. Обаче хората. Отдать под ответственность общину. Да, даде под отговорността на една община. Драгоценные души. Скъпоценни души. И за каждую душу. И за всяка една душа. Иисус Христос потом спросит. Иисус Христос после ще ви пита. Особенно и отдельно. Най-вече, много особенно. Так говорит Писание. Така казва Писанието. Поэтому пастыря неусыпно вот так бдят, молятся. И затова пастурите непрекъснато трябва переживают, да, болеют. Да се притесняват, боледуват. И это правда. И това е истина. Я говорю про хороших пастырей. Аз говоря за добрите пастури. Потому что есть и нехорошие. Защото има и не много. И Библия о них тоже говорит. И Библията също пише. Пастыря, которые пасут самих себя, к сожалению. Пастурите, които се пасат себе си. И я сегодня перехожу к сегодняшнему откровению. И именно към днешното откровение. И скажу про первое помазание. И ще кажа за първото помазание. И давайте мы вместе откроем Евангелие от Марка. И нека заедно отворим Евангелие от Марк. 14 глава. 14 глава. С 3 по 9 стихи. От 3 до 9 стих. И когда был он, Иисус Христос, в Вифании, в доме Симонова прокаженного и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира
из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же, в прошлый раз мы размышляли на этот стих, непосредственно это был Иуда Искариот, вознегодовали и говорили между собой, к чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, это большая сумма денег, и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Вот я сегодня исполняю заповедь Иисуса Христа. Не исполняем заповедь на Иисус Христос. Потому что Иисус Христос сказал об этом. Потому что Иисус Христос не казва за това. Имя Марии. Имя то на Мария. Это была Мария Магдалена. Была Мария Магдалена. Будет проповедано в целом мире. Ще бъде проповядано из целия свят. В память о том, что она сделала. В память вспомнено то това, което е направила. А что она сделала? Обаче какво е направила? Давайте прочтем другое место, поясняющее. Что сделала Мария Магдалена? Нека прочтем другое место. Евангелие от Луки. Евангелие Лука. 7 глава. 7 глава. С 36 стиха. У 36 стих. На проекторе можем читать перевод на болгарский язык. Некто из фарисеев спросил его вкусить с ним пищи. И он, войдя в дом фарисея, то есть вот этот Симон, он был прокаженный, он был фарисеем. Я немножко поясняю, потому что здесь еще Евангелие раскручивает всю вот эту ситуацию, разворачивает ее. И вот женщина того города, которая была грешница, теперь она уже, то есть Писание говорит, ну, то есть логически можно понять о том, что она была грешница. Писание указывает, что тебя была грешница. Но теперь уже нет. Бачи вечный. Узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. То есть Симон еще не знал, что она покаялась. Симон еще не знал, что она покаялась. И думал, что она такая же грешница, как и была. Если мыслил, что Иисус – это грешница. Которую он знал, как грешницу. Которую познавал. Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Иисус Христос читал мысли. Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал, «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил?» И, обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал. Она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал. Она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Аминь. Уникальное место из Писания. Твое уникальное место. О чем оно говорит? За какого не говори. Оно говорит о том, что сделала Мария. Говорит не за того, кое-то направи Мария. Для нашего Господа Иисуса Христа. Нашего Господа Иисус Христос. Вы знаете, вот это место говорит о том, что она поверила. И твое место не говорит за того, что тебя поверила. Поверила словам Иисуса Христа. Поверила на думите на Иисус Христос. В тот момент. В он же момент. Когда другие ученики не поверили. Когда другие ученики не бяха вярвали. Вообще даже не воспринимали. Даже не сагу воспринимали. Потому что Иисус Христос, я могу прочитать несколько мест Писания. За что-то могу даже прочитать. Когда он несколько раз ученикам говорил. Ну, места от Писания, то когда Иисус Христос сказал на ученицах. Всем своим последователям. На всички тиси последователи. В числе которых была, конечно же, и Мария Магдалена. Крету одна от тях беше и Мария Магдалена.
И слова Иисуса Христа были такие. И думайте, на Иисус Христос бяха следните. Что мне надлежит быть преданным час, в Иерусалиме. Что сам предаден в Иерусалиме. Меня возьмут. Что меня хванат. И предадут на смерть. И что меня предадут за смерть. И на третий день воскресну. И на третий день что воскресну. И вот Писание говорит о том, что ученики вот эту информацию вообще не воспринимали. И Писание это указывает, что ученики из общества не искали. И говорили, какие странные слова вообще. И казалось, что много странно та информация. Ну вот по этому месту можно четко определить. И в това место можно много точно да видим. О том, что все-таки кто-то поверил. Че все пак някой поверовал. Мария поверила. Мария поверовала. Почему можем сделать такой вывод? За что можем да си направим таков извод? Потому что Иисус Христос утверждает, за что-то Иисус Христос утверждал, что Мария подготовила его тело к погребению. Че Мария подготвила тело тому за погребение. Представляете, какая вера? Представите ли себе, каква вера? Какое сверхъестественное знание? Какво сверхъестественно знание? Какое слово мудрости? Какво слово на мудрость? А вы знаете, вот момент какой был? И каков момент има тук? Вот фарисей Симон лежит. Фарисей Симон си лежи. И заходит Мария Магдалена. И влиза Мария Магдалена. Бывшая проститутка. Бывшая проститутка. Блудница написано. Блудница. Из которой Иисус Христос изгнал 7 бесов. От която Иисус Христос изгонил 7 бесов. То есть ее в городе знали как проститутку профессионально. В городе сей познавали като профессионально. Которая зарабатывала хорошие деньги. Която изкарвала добри пари. И вот на эти деньги у нее были запасы драгоценного мира. И за тези пари тя си взяла припаси на мира. И вот фарисеи. И фарисеите. Симона можно понять. Симон можем да го разберем. На его глазах, я не знаю, откуда он узнал, что она проститутка. Не знам, как и разбрал, чей проститутка обаче. Может, поэтому он так никому ничего не говорил, а просто его мысли такие вот судорожно. Да, она же проститутка. Может, вот из-за того, то и ничто не казывал конкретно. Это же грязные деньги, это же грязный мир, это же вообще, это, ну что это? Это нечисть. И казала, че твоя мрсно, твоя ужасно. И она смеет целовать ему ноги. И тя смеет ему целува краката. Вот это блудница. Тази блудница. И она смеет еще миром мазать его голову. И смеет со миром да ему помазывать головата. Он что не видит? Он же позиционирует себя с пророком. Той не виждали, той нале пророк. Понимаете, да? Вот такие вот мысли. Такие вот мысли има той. Иисус Христос, зная эти мысли, Иисус Христос, зная какие тези мысли, дает ему четкий и ясный ответ. Ему дава много конкретных отговори. И на глазах у фарисея Симона говорит, прощаются тебе грехи твои. Той и казва, че и се прощават греховете. Фарисеи прекрасно знали, кто может прощать грехи. И фарисеите много добре знают, кой может да прощава грехове. Кто может прощать грехи? Кой може. Вот только Бог может само простить Бог грехи. Само Бог может да прощава. И фарисеи это прекрасно знали. И фарисеите много добре се го знают. И они между собой говорят, кто это, что может прощать грехи? И те помежду си казват, кой это, че может да прощава. Он что, себя Богом мыслит? Да не се мисли за Бог. Но вы знаете, феномен заключается в том, что Мария Магдалена получила прощение грехов. Бачи феномен это там, че Мария Магдалена получала прошка от греховете. И получила праведность. И получала праведность. По вере в Иисус Христа. Според верата в Иисус Христос. И вот в какой-то короткий промежуток времени она была очищена, освящена, омыта. И в много краток период от времени тебя была освятена, причистена. И стала святой. И станала свята. И в это было трудно поверить. И беше много трудно да си поверва в това. Ну, никто не верил. Никой не е вярвал. Но Мария стала самой мощной последовательницей Иисуса Христа. Мария е най-мощния последовател на Иисус Христос. Первая, которая пришла к гробу. Първата, която е стигнала до гробницата. В первый день недели. В първия ден от седмица. Это было воскресенье. Беше неделя. Первая, которая повстречала воскресшего Иисуса Христа. И първата, която посрещнала Иисус Христос, когато беше воскреснал. Почему она была первая? Защо е била първата? Потому что она так верила. За что-то такая вярвала. Вот у нее было такое дерзновение. И тя имала тази дерзновенность. Она ни на что не смотрела. Ничто не глядала. Что кто-то подумает, что она женщина, что она тут делает. Че някой нечто, что не имеет помисли, права. Че и жена или няма право. Что она бывшая блудница. Че бывшая блудница. Ой, ну слава Богу за таких благословенных сестер. Слава на Бог за толкова благословенные сестры. Вера твоя спасла тебя. Твоята вяра те спаси. Я перехожу ко второму помазанию. Именно он ко второму помазанию. Второе помазание еще более интересное. Второе помазание още по-интересно. Я это место почему-то не замечал. Това място по някаква причина не съм го забелязвал. Сегодня ночью я прочитал его как будто бы первый раз. И днес през нощта го прочетох все едно за пръв път. Давайте мы вместе прочитаем Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанн. Евангелие от Иоанна, 19 глава. 19 глава. С 38 стиха. От 38 стих. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев,
Очень многие люди приходили к нему тайно, особенно из фарисеев. Много хора идваха при него тайно. Написано, что многие из фарисеев уверовали. И пишет, что много от фарисеев типа уверовали. Вот этот Иосиф просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил, потому что Иосиф из Аримафея это был очень богатый человек. Что-то Иосиф от Аримафея был много богатый человек. Вполне возможно, он был римским гражданином, как и апостол Павел. Возможно, что и был и римский гражданин. И свободно входил в преторию. И свободно влезал в преториума. И Пилат спокойно его принимает. И Пилат спокойно его приема. И спокойно позволяет ему. И спокойно ему позволява. Снять тело с креста. Да махне тело от креста. И похоронить там, где этот человек захочет, посчитает и да нужным. И да го погребе крету считает за нужным. И сделает то, что посчитает нужным. И да направит това, което смята за нужным. Давайте пойдем дальше. Это очень сильно. И нека поглядим напред. Сейчас очень внимательно. Внимавайте. Пришел также и Никодим. Знакомое имя, правда? Приходивший прежде к Иисусу ночью. Опять же, вот такие ночные гости, да? Много ночные гости. И Иосиф из Аримафея приходил ночью, и Никодим тоже приходил ночью, и принес состав из смирны и алоэ литр около 100. 100 литров. Около 100 литров. Как он это все нес? Как и мыкнул всичку това. Я думаю, что это богатые люди, у которых ну, прислуги хватало, да? Това са богатые хора, които са имали слуги. Можете себе представить, 100 литров принесли драгоценного мира, елея, помазания. Представите ли си, те са донесли 100 литров на свято миро. Как вы думаете, для чего? За что? Как вы думаете, для чего? Для того, чтобы помазать тело Иисуса Христа. За да помажа тялото на Иисус Христос. И я как врач хочу сказать, что не просто помазать. И като лекар искам да кажа, че не само да го помажат. Тело Иисуса Христа прямо положили в эти 100 литра. На Иисус Христос са го потопили в тези 100 литра. Для чего? За какво? Для чего это делается? За какво се прави това нещо? Потому что тело Иисуса Христа было настолько изуродовано. Защото тялото на Иисус Христос било толкова... Оплевано. Оплювано. В грязи. В кал. В крови. В кров. Изодрано. Римскими плетьми. В рани. Терновый венец вбивали тростью в голову. От венеца, който са го вкарвали в главата. Пронзенные конечности. Имало все его тело крайницы, было пропитано его же кровью. И тялото му тяло било в неговата кров. Тряпочкой это не смоешь. И няма как да го его измениш. Положили в сосуд со 100 литрами вот этого драгоценного мира. И него са го сложили в сот 100 литров в това мира. Я хочу сказать о том, что он был погружен вот так вместе с головой, с ушами, с носом, ртом. Главата, ушите, учите. Эти люди понимали, что это мертвое тело. И тези хора разбирали, че това е мъртво тяло. Оно не дышало. Не дышало. Они погрузили его в мира. Те го потапят в миро. И вот так тряпочками отирали, омывали его тело. И с парцалчета са измивали тялото му. Чтобы оно пропиталось бальзамом. За да може да поеме този бальзам. Скажу одну тайну. Искам да кажа една тайна. В те времена. Че по тези времена. Было запрещено хоронить преступников. Е било забранено да погребват преступници. Разбойников, которых распинали на кресте. И разбойники, които са ги разпъвали върху кръста. По закону вообще, ну, они считались проклятыми. Според закона са били прокълнати. Убийцы разбойники. Убийците разбойници. Их потом просто сбрашивали в общую яму. Просто са ги хвърляли в една яма. Забрасывали камнями. Захвърляли са камъни върху тях. И закапывали землей. И са ги поръсвали с пръст. И на этом все. И това е. Понимаете, о чем я? Запрещено было мазать елеем или обрабатывать благовонием тело убийцы или преступника. Было забранено да се помазва с миро тялото на убийц. Но почему-то этим людям это сделать разрешили. Обаче на тези хора са им позволили да го направят. Вы со мной сегодня? Это очень важно. И това е много важно. Почему так? За что така? Потому что эти люди имели власть. За что-то эти хора имели власть. Положение даже в римском обществе. Положение в римском обществе. Что? И они верили в то, что этот человек и точно не преступник. В то, что този человек не преступник. Этот человек този точно человек не убийца. 100% не убийц. Этот человек вообще ничего не сделал плохого. Този человек не направил ничто лошо изобщо. Пилат так верил. Пилат и вярвал. Пилат
считал Иисус Христа, это праведный человек. Пилат смятал Иисус Христос за праведный он человек. Он вывел его для того, чтобы оправдать. Я, говорит, никакой вины в нем не вижу, не нашел. Того искал за другого оправдает. Я исследовал это дело. Никакого вина не намерил в него. Жена Пилата приходила, предупреждала, не причиняй никакого зла этому человеку. Жената на Пилат идваше и казваше, не причиняй зло. Потому что во сне я очень много пострадала за него. За что-то у нас сын много пострадок за него. Он говорит, кого вам отпустить? Какого-то Варнаву, пусто. Убийцу или разбойника? Варнава, убийца, разбойник. Или праведника вот этого, или Иисус Христа, которого вы хотите убить. И написано, что Пилат знал, что они хотели убить его из зависти. И пишет, что Пилат знал, что те искали его убить от зависти. Все знал. Той знал всичку. Но кричали, распни его, распни. Распните его. Последний вопрос, который Пилат задал. И последний вопрос, который задал Пилат. За что вы хотите, чтобы... Я убил его. За что искать да го убия? Ничего не ответили. И ничто не отговарят. А продолжали скандировать «распни, распни, распни». Бачи продолжаваха да викат «распни го». Такая зомбированная толпа. Зомбированная толпа. Которая насмотрелась там всяких предвыборных кампаний, да? Поэтому я глядала някакви предизборни кампании. И кричала то, что им там вот надиктовали, нашептали. И вика това, което са им казали там. Совершенно не думая, что кричат. Без да мислят, какво викат. «Распни, распни, убей, убей». «Распни го, убей, убей го». Толпа всегда хочет хлеба и зрелищ. Толпата винаги иска хляб и зрелищ. Знаете, я расскажу одну небольшую историю своей жизни. Ще ви кажа една кратка история от моя живот. Я был студентом мединститута. Аз бях студент в медицинский институт. И мы проходили, естественно, как все врачи проходят. И като всички лекари. Через анатомку. Ние минавахме през анатомия. Кафедра анатомии. Катедра на анатомия. Наташа приходила туда ко мне. Наташа идваше при мен. Там я назначал свидание. Говорихме се за среща там. Между двумя трупами. Между два трупа. Это Наташа зашла, говорит, чьи-то ноги торчат. И Наташа влезе, ничьи крака торчат. Она чуть в обморок не упала. Да за малку да припадни. Да, это серьезно, это правда. И там я познакомился с замечательным человеком. И там се запознах с один невероятен человек. Заведующий кафедрой анатомии. Който бил водещ на тази катедра. Валентин Петрович Щербак. Петрович Черпак. Он был наполовину украинец. Той беше наполовину украинец. Наполовину еврей. Наполовину евреин. Он уверовал через мое благовествование. И той повярвал через моето Евангелизация, да. Евангелизация. Я проходил у него практику. И именовах практика при него. Мы препарировали трупы. Приготвихме труповете. Ну, то есть, учились, все врачи через это проходят. Всички лекари минават през това. Отделять мускулы от нервов. И ние се учихме да отделяме мускули от нерви. Отделять мышцы от костей. Да отделяме мускули от кости. Изучали различные сплетения. Изучавахме различни връзки. Артерии. Артерии. Вены. Вени. И он учил меня, конечно, как обрабатывать трупы. И то, разбирался, меня учишь, как да обработвам труповете. Извиняюсь за неприятную тему. Извиняемся за неприятную тему. Он учил меня, как большими шприцами вводить формалин. То, меня учишь, как с големи спринцовки да вкарвам формалин. В магистральные вены сосуды. В магистральные вены и сосуды. Для того, чтобы формалин как можно быстрее распределился по всему телу. За да може формалин, колкото се може по-бързо да се распространи. Чтобы тело, которое... Годами лежит в анатомке. За да може тялото, което с години лежи в анатомическото отделение. Не распадалось. Да не се распадне. Ну, я думаю, вы понимаете. И чтобы студенты учились на этих трубах. За да може студенти си да учат. Ну, он говорил о том, что раньше, конечно, формалина не было. И той казваше, че преди формалин го нямаше. И чтобы сохранить тело до погребения. И за да запази тялото преди погребването. Тело погружали в специальный состав. Тялото са го потапили в един специален состав. Благовоние. Благовоние. Чтобы тело пропиталось миром. За да може тялото да спопи това нещо, мир. Там я узнал, как раньше в древности бальзамировали, потому что есть история, греческая история, мифология. От там разбрах, как сакримировали хората преди. История о том, как сохранить тело история после смерти. История за това, как да се запази тялото след смерть. Слава Богу, что в этом общении Валентин Петрович уверовал в Бога. И слава на Бога, че в това общуване той повярваше в Бог. У него была прекрасная дочь. Той имаше прекрасная дъщеря. Елена Щербак. Елена Щербак. Через какое-то время она тоже уверовала. И след някакво время тя също повярва. И приняла решение принять водное крещение. И тя взе решението да приеме водно крещение. Кстати, у меня такая хорошая новость. Между другото имам добра новина. Прошлое воскресенье. Миналата неделя. Семья Долговых. Семейство
которая только недавно начала ходить в нашу церковь. Скоро за Польшу доходит на церковь. Приняли решение принять водное крещение в нашей церкви. Решение туда примут водное крещение. Я этому очень рад. Я смогу все рад. Притом сами, я вообще ничего не навязывал, даже не подходил к ним. И пусть они подошли. Сами, даже не сам им казывал ничто, те дойдоха при мен. И спросили. И ме питаха. Что значит воцерковление? Каково значит да си в церковь? Вот вы сказали, воцерковленные люди. Ви казахте хора, които са вътре в църква. Я спрашиваю у них, вы крещенные? И аз ги питах, вие кръстени ли сте? Говорят, ну нас крестили в детстве. И те казват, ми кръщаваха ни като малки. Но мы даже не помним. Обаче ние не си спомним. Просто нам сказали, что мы крещены. Просто ни казаха, че сме кръстени. Я им объясняю о том, что в Библии такого нету. И аз им обясних, че в Библията няма такого нещо. Чтобы крестить человека. За да бъде кръщаван човек. В несознательном возрасте. В несознательном возрасте. Потому что что такое крещение? Защо, какво е крещението? Крещение – это заключение завета. Крещението е изключване на завет. Сознательное заключение завета. Сознательное заключение на завет. Когда человек на это идет добровольно. Когда человек утива на то, понимает, на что идет. Разбира, за что го прави. И тогда они сказали, ну тогда, если вот так вот, то и мы хотим казаха, принять у вас така, водное крещение. Не искам да приемем водное крещение при вас. И вот я продолжаю. Лена Щербак подошла. И Елена Щербак дойде при мен. Вот. Ну тогда мы крестили по несколько человек. Тогава крещавахме по няколко човека. Там по 5, по 7, по 10. 5, 6, 7, 10 души. Говорит, я тоже хочу принять водное крещение. И тя казва, я искам да приема водно крещение. И я дал воскресную тему о водном крещении. И аз им разказах една проповедь за водното крещение. И объяснил, что такое водное крещение. Обясних им, какво значи то. Обещание Богу доброй совести. Обещание на Бог за добра совесть. Водное крещение – это значит умереть для греха. Водное крещение значит да умреш за греха. Водное крещение означает умереть для этого мира. Водное крещение значит да умреш за този свят. Самое точное – это соумереть вместе с Христом. И най-точното е да умреш заедно с Христос. Чтобы вместе с Ним и совоскреснуть. За да воскреснеш заедно с Него. Крещение буквально, баптизо. Крещение это буквально баптизо. Это погружение. Значит, потапяне. Полное погружение. Полное потапяне. В тело Иисуса Христа. В тело на Иисус Христос. Посредством воды. Через вода. Не через кропление. Не через поросвание. Не через поливание. Не через поливание. Не через кратковременное погружение младенца в тазик. Не через краткое потапяне на младенец в леген. Сознательное погружение в тело Иисуса Христа. Сознательное потапяне в тело на Иисус Христос. Посредством воды. Через вода. Можешь сказать на это аминь? Можешь ли докажете амин? И, то есть, я, видно, так хорошо дал вот эту мысль о смерти. И явно толкова добре преподнесух мислата за смерть. Что Лена хорошо это запомнила. Че Лена добре го запомнила. И мысль это ей врезалась. И тази мисъл ей попадна в сърцето. Весь день. И цял день. Воскресенье мы посвятили этому. Неделя, ние посвятихме на това. Служение. Служение. Объяснение, что такое водное крещение. Объяснение за това, какво е водното крещение. Потом водное крещение. Водното крещение. Потом после водного крещения трапеза Господня, причастие. След водното крещение имахме трапеза. Потом после причастия общение. След това имахме общение. Весь целый день она была просто погружена в это. И цял день тя просто беше потопена в това нещо. И на следующей неделе она рассказывает историю. И на следующей седмице тя рассказва история. Она приходит в церковь. Тя идва на церква. Говорит, можно я засвидетельствую? И казва, може да кажа едно свидетелство. Прошлое воскресенье я возвращалась после общения. Миналата это было... седмица аз се връщах след нашето общение. Уже темно. Беше тъмно. Вечер. Беше вечер. Где-то что-то около 9 часов. Около 9 часа. А у нас во дворе темно, даже фонари не работают, разбили все. Во дворе много тъмно, нямахме фонари. Я возвращаюсь, ну такая радостная, такая счастливая. Я возвращаюсь толкова радостная и толкова счастлива. Ну, наверное, просто в темноте не было видно моей улыбки. В тъмнината явно не се виждаше моята усмивка. А так я вся светилась, наверное. Обаче аз светих. И вдруг незаметно я иду, не чувствую ног, земли под ногами. И тя казва, аз си вървя, даже не усещам краката си. Просто лечу. Просто летя. И вдруг чувствую, что кто-то меня с двух сторон хватает за руки. И изведнъж усещам, че някой ме хваща от двете страни за ръце. Я поворачиваюсь налево, направо. Аз обръщам наляво и надясно. Два здоровых парня. Двама огромни младежи. И один парень и говорит. И момче казва. Девушка, а вы ничего не боитесь? Момиче, вас страх ли ви от нещо? Вы не боитесь, что мы сейчас вас куда-нибудь заведем? Страх ли ви, че някъде можем да ви заведем? И вы знаете, что им Лена ответила? И знаете ли, какво им отговаря Елена? Когда была живая, боялась. Когато бях жива, се страхувах. А теперь, когда я умерла? Обаче, когато умрях.
Я уже ничего не боюсь. Вечер не имеет страха, вот ничто. И вы знаете, говорит, я иду, смотрю, я налево, смотрю направо, на дясну, а этих ребят уже и след простыл. И тези момчета ги няма вече. Как они быстро бежали от меня, говорит. Толкова бързо избягаха от мен. Лучшее средство от страха. Най-доброто средство срещу страха. Это умереть во Христе Иисусе. Това е да умреш во Иисус Христос. Запомните этот рецепт сегодня, да? Запомните тази рецепта днес. Когда была живая, боялась. И вот такая вот история про заведующего кафедры анатомии Валентина Петровича. История за Валентин Петрович. И то есть это небольшое пояснение того, как работает вот эта ванна с елеем. Това е малко пояснение за това, как работает тази ванна с миром. Третье помазание. И третьето помазание. Давайте вместе откроем известное место. Нека отворим последнето място. Деяние 2 глава. Деяние 2 глава. С 14 стиха. От 14 стих. Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете». Вот как Петр хорошо стрелки перевел. Он почему-то сказал, они не пьяны, хотя он был в первом, ну, первым, кто там громче всех молился на иных языках. Он говорит, ну, я тут вообще ни при чем, но вот эти люди, они точно не пьяные. Петр много добрее си прихвырли вината, что-то... Ибо теперь 3:00 дня, ну кто ж напивается в такое время? Но это есть предреченное пророком Иоилем, и будет в последние дни, говорит Бог, излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидением вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступен день Господень великий и славный. И будет, двоеточие, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствовал вам от Бога силами, чудесами, знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собой Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоих. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен». Знаете, здесь вот такое таинство, да, о том, что почему-то об Иисусе Христе написано, что Он есть первенец, воскресший из мертвых. За что пишет за Иисус Христос, что Той первый, който е умира и воскрес? Хотя до Него был воскрешен Лазарь. Вопреки, че преди Него е бил воскресен Лазар. Хотя до Него сам Иисус Христос воскресил еще несколько человек. И преди Него Иисус Христос воскресяло още несколько души. Апостолы воскрешали, как написано. Апостолы те също воскресяват. Но почему-то об Иисусе Христе написано, что Он первенец. Обаче за Иисус Христос пишет, что Той был първият. Первенец, кто воскрес. Първият, който воскреснал. Почему так? За что така? Небольшое пояснение. Малко пояснение. Потому что вот Давид, все праотцы, Авраам, Моисей, Иосиф. Давид, Авраам, Моисей, Иосиф. Они все умерли и были погреблены. Са умрели, са били погребани. Даже в момент воскресения. Даже в момент на воскресението. Была настолько явлена сила воскресения. Была явлена толкова голяма сила на воскресение. Что написано, мертвые воскресли и восстали из гробов. Че пише, че и мъртвите са воскреснали и са издигнали от гробовете си. И пошли в Иерусалим и там проповедовали. И сотрыгнали за Иерусалим и сопроповедовали. Представляете, там какая была сила воскресения? Представите ли себе, каква сила на воскресение эту? Но потом же эти же те люди, которые воскресли, обаче после сыщите хора, в том числе и Лазарь, сыщу такая Лазар, они потом опять все-таки умерли. Те все пак умират след това. И были погреблены. И собили погребани. А Иисус Христос был погребен? Обаче Иисус Христос был погребан. Воскрес? Воскреснул. И при более чем 500 свидетелях. И при повече от 500 души. Был вознесен на небо. То есть вознесен на небето.
восседает и по сей день одесную у Господа Бога на небесах. И стою десната сторона на Бог в небесата. Поэтому он на сегодняшний день первый, кто там воскрес из мертвых и восседает. Из-за того, днес той первый, от който воскреснул и стоит там. Аминь. Я дочитаю дальше. И читаем нататък. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он был вознесен десницей Божией, приняв от Отца обетование Святого Духа, и излил то, что вы ныне видите и слышите. Что излил Иисус Христос? Какво изля Иисус Христос? Я хочу сказать вам, что Иисус Христос излил помазание. Иисус Христос изля помазание. Он излил силу Святого Духа. То изля силу-то на Святия Дух. И сила Святого Духа, вот это драгоценное мира и помазание, оно излилось. И сила-то и Святия Дух, и помазание, то се изля. Как написано, на всякую плоть. Пишет, че его вверху всякая одна плоть. Но не всякая плоть была открыта. Обаче не всяка плод была утворена. Для того, чтобы принять это в свое сердце. За да го приеме в сердце то си. Потому что написано, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Защото пишет, че любовта на Бог се изляла в сердцата ни. Иисус вливает свое помазание. Иисус влива своето помазание. Не просто льет на голову. Не просто върху главата ни. Не просто омывает ноги. Не просто измива краката ни. Не просто погружает наше тело. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Не просто не потапя тялото. Его помазание предназначено для того, чтобы войти в самое мое сердце. А неговото помазание трябва да влезе в самото ми сърце. И изменить мою природу. И да промени моята природа. Аминь или не аминь? Это третье помазание. Това е третото помазание. И вы знаете, мы всегда, нам очень приятно слышать. И винаги не е много приятно да чуваме. Я уже завершаю. Есть всего два предназначения помазания. Има само две предназначения. Первое помазание, оно предназначено. Първото помазание е предназначено. Помазание было предназначено для того, чтобы помазать. За да помаже. Какого-либо царя. Някой цар. Или пророка. Или пророк. Книга Откровения говорит. И книга-то на Откровение то казва. Бог поставил нас царями и священниками Бога. Че Бог не поставят царей и священницы на Бог. Так написано? Так пише. Бог нас помазал. Че Бог не помазва. Мы часто говорим, используем этот термин. Мы помазаны. Често используем този термин, че сме помазани. Но у нас есть один помазанник. Обаче не имаме само один помазанник. Есть только один помазанник. Само один помазанник. От которого исходит помазание. От когото излиза помазанието. И мы принимаем это помазание. И ние приемаме това помазание. От Иисуса Христа. От Иисус Христос. И вы знаете, нам это помазание нравится. И на нас не харесва това помазание. И вот в книге Деяния это помазание, оно описывается. И в книгата Деяния това се описва. Что это помазание дает? Какво ни дава помазанието? Оно дает дух пророчества. Дава ни духа на пророчество. Будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. 17 стиха, 2 глава книги Деяния. Юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излиет дух моего, и будут пророчествовать. Еще раз повторяется, повторяется о том, что излился дух пророческий, и через это помазание он передается. И покажу чудеса на небе вверху. Ну, то есть, описывается четко и ясно действие помазания, то последствия есть, помазания. Много ясно се описывает действие это и последствия это на помазание это. Помазание для того, чтобы войти в служение пророчеств. Помазание, за да се влезе в служение на пророчествата. И служение царствования. И служение на царствование. Цари и священники. Цари и священницы. Но дальше описывается второе предназначение помазания. И след това се описва второто предназначение на помазание. И вот второе предназначение нам не всегда нравится. И второе предназначение не винаги не харесва. Потому что второе предназначение, оно именно об этом. Защото говорит точно за това. Помазание приходит. Че помазанието идва. Для чего? За какво? Для того, чтобы помазать нас как мертвых. За да не помажа като мертви. Как знак того, что мы умерли. В знак на това, че ние умряхме. Что мы умерли для чего-то. Че умряхме за нещо. И для кого-то. И за някого. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Вот так действует помазание Иисуса Христа. Така действа помазанието на Иисус Христос. И апостол Павел об этом четко и ясно говорит. И апостол Павел не говорит за това. Вы умерли для этого мира. Че ви сте умрели за този свят. Зачем же вам жить в нем? За что да живеете в него? Мы сораспялись Иисус Христу. Ние се разпъваме заедно с Иисус Христос. Мы умерли в нем. Ние умряхме в него. Для греха. За греха. Для дьявола. За дьявола. Для этого мира. За този свят. Аминь или не аминь? И мы в нем и совоскресли. И в него совоскресваме. Так действует помазание Святого Духа. На Святия Дух.
Можете это сегодня принять? Можете ли таку приемите днес? Я думаю, что это очень важно. Мислю, что и много важно. Это моя вторая предпаскальная проповедь. Твоя, моя вторая предвеликденская проповедь. Свежее откровение. Свежее откровение. Которое меня лично ночью просто потрясло. Кое-то направо мне потрясло днес. Я лег спать в 5 часов утра. Я заспах в 5 сутринта. Я понимаю, что я не могу заснуть. И разбирам, че не могу да заспя. Вот эти мысли меня будоражат. Тези мысли... Господи, дай мне поспать хотя бы 1 час. Господи, помогни мне да поспе по ней 1 час. Ну, чтобы хоть глаза были открыты, чтобы во время проповеди. Учите меня да соотворни при проповеди. Потому что когда я проповедовал один раз в Южной Корее. Что-то куда-то проповедовал веднъж в Южной Корее. Был долгий перелет. Имахме много дълъг полет. И мне надо было сразу идти на проповедь. И трябваше веднага да проповядвам след това. Я проповедовал в одной церкви Древо жизни. И проповедовал една от църквите Дърво на живота. И прямо во время проповеди отключился. И по время да проповеда аз заспах. Можно немножко постою? Можно ли малко да постоя? Я не знаю, сколько там стоял. Не знаю, сколько стоях. Ну, потом так очнулся, говорю, ой, извините после меня. После себя будих, казах, ой, извините меня. После перелета бывает такое. След полет все случай. Ну, да. Да, и мне чуть попозже сказали, вы настоящий кореец. И после мне казах, вы истинский кореец. Корейцы спят у нас за рулем. Прямо во время... Что-то сам курицы могут да спят по время... На светофоре, на перекрестке, когда горит красный свет. Ну, като Карл, ты застанали на светофара. Они успевают поспать. Ты успевают да се наспят. Так что... Слава нашему Господу. Слава на нашей Господь. Я на этом заканчиваю сегодня. И тук приключу вам днесь.